Но жди, Кассиопея. Я не могу, Максим, работы много очень. Да знаем, Слава, знаем, что у тебя работы просто тьма тьмущая. Но ты им там скажи, как бы, то, что крепостное право-то давным-давно отменили, даже в России уже. Так что давайте-ка отпускайте меня в отпуск, ну хотя бы на недельку, отгульчик. И прямиком к нам в Москву, матушку, будем рубаться в Point Blank. Мы там с вами сможем поиграть, будет отдельная игровая зона. Кто хочет против меня, против Германа порубиться, зайдем, поиграем друг против друга. Куча-куча всяких разных развлекательных конкурсов у нас будет на лане, дорогие друзья. Так что мы ждем всех там 21 апреля в Cyberspace. Наш лан-финал квалификации на PBWC 2018. Ну а тем временем мы с вами врываемся на вторую карту. Противостояние Madhouse Female против команды СХРК. Девчонки отыгрывают деловой центр. Атака от медов на данный момент. Ну и девчонки уже пошли потихоньку занимать центральное кафе и выход длины. Давайте за Мелани посмотрим, как она будет отыгрываться здесь на длине. Там, в принципе, Маша, что ли, ее закрывает. У Маши, что ли, с Аимом вообще все замечательно. Она раскидывает довольно неплохо по головам. Им на пикселя умеет работать, но тем не менее уходит пока что на парыч с Маки на длину. Но навряд ли это будет аркада все-таки ланга. А вот выход шарта имеется. И вот здесь под парычем Маша Штоль погибает, но успевает откинуть каешку неплохую подхотелку. Здесь же потомка моментальный размен. И ситуация 3 в 3 на карте. Несса тем временем минус по сказке. Аплейн потихоньку занимается. И девочки будут ставить фугас. А вот Мелани по-прежнему байтит на себя соперницу под Б плейнтом. Там Юнити играет. Юнити с вашками. Она фловая. И она сейчас явно нужна топотунке. Но топотунка уже находится в тэшке. Она попытается выйти на позиции стрита. Но от Мелани есть минус по Юнити, и топотунка одна. Со стрита, конечно, может зайти там в спину, поработать против Несса. А, нет, Несса ее контрит. Несса ее контрит, на окно топотунка открылась, но, тем не менее, асимметрия пошла на перестрелку. Есть неплохая пачка, и это все-таки первый раунд в активе команды Madhouse Female. 2-1, хотел сказать, на табло. Пока что это 1-0 за командой Madhouse, и девочки начинают довольно уверенный первый раунд. Но, опять же, Madhouse на данный момент играют звеньями и играют под обе точки. Либо под А, либо под Б. Девочки играют очень аккуратно, с раскидами гранат. Они ждут хаешки от своих соперниц. Но вот Маша, что ли, идет сейчас в аркаду БК. И, конечно, для нее это может увенчаться неудачей. Там Мелани уже пыталась против нее постреляться. Но здесь на упор уходит у нас Каска. Также приема Аплейнта будет с Кассы закрывать свою соперницу. Но, как правило, сюда хаешки от медов залетают. Вот она первая. Пошла стреляться. Но выманить-то выманить или этой хаешкой, но тем не менее далее минус не нашли. А, сказка свернулась, но это обидно. Это обидно, безусловно, и топотунка также погибает. А плейнт опять под контролем. Дроп на пару еще имеется от Юнити, но находит минус по зло, и далее Мелани вместе с хотелкой ликвидирует всех своих соперниц. 2-0 все-таки загорается на табло, и меды смогли взять очередной раунд. Но будет ли у нас все-таки 2-1, как я оговорился чуть ранее, или же все-таки 3-0 загорится на табло для Madhouse. Выход центрального кафе, где-то потомка закрывает злую, хотелка моментально разменивает. Но и ситуация 4 в 3 уже на карте, аркада имеется по банану, но я думаю, да ладно, ну хотелка, даже я слышу, что у тебя аркада и там Юнити находится с флажками, есть неплохой минус от хотелки, и надо сейвить аплейнт, надо просто его закрывать сейчас всей толпой. Если девчонки опять же ворвутся в альфу, они поставят фугас, а выбивать их будет очень тяжело. От асимметрии минус по сказке, и девчонки команды Сахарки прекрасно понимают то, что соперницы уже заняли аплейнт, они уже будут ставить фугас, но все-таки пытаются играть по дальней дистанции. Но вот эта вот проблема сейчас у медов, то что девочки завоевали преимущество для себя, не поставили фугаса, пошли пушить на пятерку, я этого мува немного не понял. Асимметрия, безусловно, может взять еще этот клатч, но тем не менее против двоих стреляться очень тяжело. Точилка по-прежнему довольно с неплохим хелсбаром находится. 81% здоровья. А вот у асимметрии 6 хп осталось. И против одной своей оппонентки сыграть тяжело. Есть выход на точилку. Отличная пачка. Асимметрия просто царица Аима. И это 3-0. Миссия успешна. Начало миссии. Mission complete. Поехали далее. Поехали смотреть, что у нас будет сейчас. Но девочки сейчас как-то более уверенно направились под БК, где, кстати, Маша, что ли, уже играет на аркаде. У нее сотня хелсбара.
Но и она отходит немного назад, все-таки под Парыч, но тем не менее по ней была информация, и на данный момент ее должны, по сути, закрыть. Закрыть здесь моментально. Уходит все-таки по третью линию, 82% здоровья еще имеется, но ее здесь уже Несса начинает мониторить. От Мелани неплохой минус потащил, Кимаша разменивается, и там же Юнити ликвидирует асимметрию. Но Хотелки вместе с Мелани сейчас придется перевернуть исход раунда в корне для своей команды, но засмочили сейчас обзор именно дома и потихоньку начинают ротацию. Хотелка уходит с ЦК, и тем временем Мелани отпускает позиции длины, но мне кажется, Топотунка, Сказка и Маша Штоль должны понимать то, что, скорее всего, ротация у нас все-таки может пройти именно под Альфу, но... Так, Топотунка... Нет, показалось. Я думал, она отправилась на короб сейчас, но она сидит просто под домом, и, я так понимаю, девочки позволяют забрать аплейнт. Но я думаю, меды сейчас будут... Аккуратнее действовать, даже если они занимают бомбсайт, поставят фугасы, скорее перекрестным огнем будут закрывать выход с трита, нежели будут по одной стреляться где-то с пятерки, но все-таки соперницы сейчас могут забрать раунд, и это им явно не нужно. Хаешка, о, Хаешка, фугас уже установлен, ну и пока что на стрит вдвоем не уходит, Хотелка принимает решение играть на кассу, но тем не менее, по ней информация моментально появляется, Хаешка неплохая, но тем не менее, ее и выйдет Хотелка. Есть информация по Топотунке, зря. Зря, конечно, девочки здесь разделились. Ну и Мелани остается одна, также получает пулю в лоб подсказки. Это все-таки 3-1. Надо было уходить на стрит, надо было закрываться на перекрестный огонь. Ну или же одна внупка, одна на стрит. И просто садиться и смотреть друг на друга. Ну и когда соперницы выйдут, просто перекрестным огнем их закрывать. Ну хотя внупка это опять же та позиция, куда первым делом отправляются хаешки. Возможно, девочки как раз таки этим и руководствовались, не ушли в внупку, но стрит можно было занимать, я по-прежнему в этом уверен. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Девчонки направляются сейчас на шорт. Злая попытается найти минус по Юнити. Хаешка неплохая, под злую падает. Есть минус от Маши, отлично. Есть информация, что играет на парыще на данный момент, но надо находить размен, конечно. Именно аплейнт можно напрягать сейчас очень уверенно. Здесь отыгрывает у нас Юнити. А, нет, Юнити на дом ушла. Сказку одну оставили под аплейнтом, но и, в принципе, там Несса с асимметрией вполне могут разобрать сказку вообще без каких-либо проблем и почему-то ждут. Возможно, ждут перемещений, но там еще и Хотелка. Хотелка в роли открывающей, но здесь прострел от Сказки просто замечательный, погибает Хотелка. Но и Маша Штоль должна сейчас выходить на прием ланга, но там все-таки занимается Альфа, надо ретироваться туда моментально. Но здесь префайры Суашек все-таки в смоки летят с пятерки, там Топотунка пытается найти минус еще один для своей команды. 3 в 5, конечно, неприятная ситуация для мэдов и более выигрышная для команды Сахарки, но тем не менее мэды могут забрать и эту ситуацию, могут ее разыграть, но... Давайте смотреть, как у них это получится. Ну, там за спиной уже у асимметрии находится соперница. И, в принципе, здесь асимметрия погибает от рук Топотунки. Юнити добежать даже не успела до туда. 3-2 сыграется на табло. 3 довольно уверенных раунда. И в последующих Сахарки уже немного приноровились к своим соперницам. Играют более уверенно, играют более агрессивно. Ну и сейчас надо придумывать что-то новое. Ну, вот опять же направляется на БК. Но в этот раз Точилити идет на аркаду по дальней. Есть информация по Мелани. От Мелани опен фраг неплохой. Ну и здесь же аркада от Маши Штоли была, но она отходит назад. Хаешка неплохая на беттер. Там у Мелани как раз таки 22% здоровья, но тем не менее эта хаешка была заэвейжена, ну и Хотелка на четверке. Я так понимаю, у нее роль засланного казачка, роль байтера, возможно, ну и посмотрим. Посмотрим, насколько удачно будет. Нашли 2 минуса для себя меды. Ситуация теперь 5 в 3 как раз-таки в пользу медов. И они моментально уходят под да. А плейнт уже занимается. Здесь злой надо ставить фугас. И ей еще очень сильно повезло, то что вот в этой заминке на пятерке ее просто не закрыли там. Фугас установлен, и теперь надо выбивать. Но здесь еще и под коробом Хотелка находится. Она услышит в любом случае перемещение ЦК, где как раз-таки играет Юнити. Но Юнити принимает решение пойти на четверку. Ай-яй-яй-яй-яй, Хотелка... Ну ты коварная деваха, конечно. Здорово, здорово, девчонки. Даблкил имеется от Хотелки. Ну и Сказка остается одна. Также получает пулю в лоб от асимметрии. 4-2, да, где-то в 2 раундах зевнули. Но сейчас отыгрывают опять же себе двойное преимущество. Надо брать пятерку, шестерку себе. Было бы замечательно вообще по первой половине. Деловой центр, мы уже с вами говорили, то что эта карта по сторонам, ну такая 50 на 50. Здесь, в принципе, девчонки и команды Madhouse могут выстрелить и в атаке, и в обороне. И то же самое с Сахарки.
игроки. Здесь нет такого дисбаланса именно по сторонам, там, допустим, как на Люксе или же на Буре в пустыне. Но от Unity open фраг, есть минус по хотелке, злая разменивается, серия минусов у нас имеется на Б-сайте. Но и здесь уже моментальная ротация от обороны, есть минус от Мелани, точилка разменялась, да ладно, точилку асимметрия еще и простила, но у нее также остается 57 хп и точилка ее отпускает. Но сейчас она занимает более выгодную позицию для себя, и она понимает то, что где-то на шарте, скорее всего, вторая соперница, и ее надо контрить. Но как будет действовать, пока что для нас с вами по-прежнему остается вопросом. Так, асимметрия. Она проходит, все-таки через длину ее точилки, по ней информации вообще по нолям, а время-то еще предостаточно, ай-яй-яй-яй-яй. Асимметрия сейчас просто будет уходить на контракт именно на яму и далее в спину подниматься к точилке. Да ладно, точилка ее чекает, но есть все-таки минус от асимметрии. Что ты лепишь? Ну что ты ставишь, асимметрия? Что это за вантап был? 5-2 загорается счет на табло, но это просто что-то из области фантастики. Это какой-то Unreal творится у нас на данный момент. Ну, такое, конечно, прощать нельзя. Нельзя прощать, и мэды как раз-таки это не простят. Ну, поехали. Поехали смотреть. Мелани и асимметрия опять же под БК. Несса с района четверки играет. И хотелка вместе со злой занимает стрит. Но опять же, сказку здесь оставляют, так сказать, на произвол судьбы. Именно приема аплейнта. Ну, сказка здесь воюет сказочно. Есть минус по злой, неплохая пачка. Но и сейчас надо выходить именно в аркаду. В аркаду под Б-плейнт или же под А-плейнт перетягивает свои силы. Но там хотелка остается одна под альфой. Так что навряд ли она одна будет открываться. Но нет, все-таки идет далее пушить. Есть информация по сказке, наносит ей летальный дэмэдж. Есть минус, также есть информация по топотунке. Но здесь надо беречь патроны, безусловно. И все-таки аплейнт открывается на данный момент. Топотунка принимает решение отойти назад. И она должна слышать эту игру сейчас по банану. Ой-ой-ой-ой, топотунку зачекала Мелани. Она дает по ней информацию. Влетает на пятерку хотелка, находит минус по юнити. Топотунка моментально разменивается, но также погибает. Ситуация 2 в 2, аплейнт занимается. Ой-ой-ой-ой, точилка зря стала действовать. Одна от Мелани, есть моментальный прием бананом, ну и фугас установлен. Маша, что ли, остается одна. Выход имеется на пятак. Неплохая пачка по асимметрии, но теперь надо справиться еще и с Мелани. Мелани на первой карте не было видно, но на второй она бахает просто. Будь здоров. 10 фрагов уже настреляла по первой половине. Ну и сейчас посмотрим, как отыграет против Маши. Ой-ой-ой, демон же наносит, спокойно забирает. И все-таки 6-2 первой половины. Ну, 7-2, 6-3. Ну, 6-3 скорее будет, не знаю, даже не поворачивается язык назвать это дефолтом. Мы, в принципе, с Германом выставляем такую ставку, не знаю, метку, да, какую-то, то, что все-таки под каждой картой надо забирать себе 3 раунда. Под любой позиции вообще 3 раунда, это прям минимум, который нужно для себя брать, но здесь все-таки очень большой дисбаланс вообще по девчонкам, по их скиллу, уровню тимплея, как давно они играют именно на такой профессиональной сцене. Насколько я знаю, Madhouse Female также пытались играть и боевой дивизион, и у них были лычки боевого, так что здесь, в принципе, для них все неплохо. Но есть размен, ситуация 3 в 3, да как живет хотелка, ну, все-таки ее закрывает Unity, но если бы хотелка сейчас откинула гранату, при этом разменялась бы еще, ну, это было бы просто забей, но, тем не менее, Несса вместе с асимметрией, 2 в 3, ситуация на карте, ну и куда будет выход? Пока что на БК направляется Несса, асимметрия также будет играть под бету. Но давайте смотреть. Нет, это все-таки будет не Б-сайт, это ротация под альфу. Но там ближайший саппорт это сказка, и сказка будет играть снизу дома, навряд ли она здесь как-то будет открываться одна на пятак, она все-таки понимает то, что соперницы могут здесь наподдавать. Ну, девочки, да, все, фугас установлен, отлично, ну и сейчас надо выбивать, ну, посмотрим вообще на прием, какие позиционки для себя выберут мэды, там пока что асимметрия закрывает пятерку, и как раз-таки с бомбсайта Несса контрит выход стрита, ну, тоже довольно неплохая позиционка, но от потомки есть минус по асимметрии, и Несса остается одна против двоих, есть информация по сказке, это очередной хедшот от нее, есть информация по юнити, да ладно, может еще ее забрать, ну, но
55 хп против соточки. Пытается дожать здесь Юнити. Как мансуется Несса. Сколько она живет, серьезно. Это третья глава. Ну, 7-2 первой половины. И на второй карте это... Ну, это очень жестко. Я не знаю. Мне кажется, здесь меды просто стирают с лица карты своих соперниц. Они вообще ничего не позволяют им сделать сейчас. Ну... Если честно, немного не этого ожидал вообще от этого противостояния. Ожидал чего-то большего. Чего-то более агрессивного, что ли, но... Где фраги Несса? Сейчас ты все увидишь, не переживай. Сейчас Несса там у вас покажет на трансляции красоту. Так, отсчет у нас имеется. Задержка в 2 минуты. Я прочитал чат, дорогие друзья. Если я отвечаю, но с огромнейшей задержкой, то это вот именно то, что я ответил. А там еще 2 минуты идет задержка по трансляции. Так что будьте внимательны. Ну что, есть у нас выход на позиции стрита. Там уже пошел отстрел от медов. Юнити немного нарейдили, но это не проблемно. И сейчас-то Патунка играет на Корби, но у нее Мелани за спиной. И мне кажется, она знает. Она знает, что надо принимать. Именно с четверки неплохая пачка, но там еще Несса находится в цикат, асимметрии, размен по Юнити, с окна Маша что ли отстреливает неплохо асимметрию в нубке, ну и Аплейн занимается, смоки как раз таки лежат на окнах, надо под эти смоки заходить, и они в принципе это и делают. Ой-ой-ой-ой-ой, ну здесь, конечно, хотелка вместе со злой сыграли довольно неплохо, хорошая хаешка от злой, там еще и хотелка выходила на перестрелку, злая есть минус по точилке, хотелка ликвидирует Патунку, Маша что ли одна против троих, находит один минус, но злая ее не простила, это все-таки 8-й раунд, 8-2 на табло, но если сейчас повторять историю вообще, да, Метауна, то 8-2, потом 8-3, и потом девочки уже дожимали своих соперниц, ну, поехали. Поехали смотреть. Мне кажется, все-таки должны чем-то ответить здесь Сахарки. Ну, не может быть, чтобы оно именно так на изи зашло. Но там злая пошла пушить, и это, в принципе, стало для нее довольно роковой ошибкой. Есть минус от Патунки. Но сейчас атака может, опять же, ретировать свое направление. Девочки могут уйти под альфу, но там асимметрия начинает контрить. Есть минус под Патунки. Это уже неприятно. На длине сказка стреляется с Мелани. Хорошая пачка, и Несса теперь закрывает длину в соло. Сотня хелсбара пока что у Нессы, но я думаю, точилка сейчас должна подкорректировать этот холсбар от хотелки минус по Юнити. Ну и 3 в 3 на данный момент. И это ротация все-таки под альфу. Там уже Маша, что ли, находится на банане. Но, тем не менее, девочки, конечно, это сейчас очень сильно затягивают. Мне кажется, мы это должны читать просто безусловно. Да, они просто отдают аплейнт. И здесь с окна будет принимать асимметрия. И в соответствии Несса вместе с хотелкой будут закрывать ей спину. Там на длине, на шарте. И как только будет информация именно по аплейнту, там полетит дэмэдж сразу же. И, мне кажется, моментальная ротация пятака. Но здесь асимметрия еще и точилку может ликвидировать. У нее 18 хп. Пытается нарейдить сказку пока что. Но сказка все-таки проходит. У нее сотня хелсбара остается. Не надо сказкой стреляться. Сейчас надо ставить фугас. Правильно делает. Маша Штоль закрывается на данный момент на стрите. Ну и... фугас установлен. Сейчас уходит в нубку. У нас каска, но сюда по КД отбрасываются просто хаешки. И остались они у девчонок или нет из команды Madhouse, пока что это вопрос. Но хотелка заходит на перестрелку. Есть минус по точилке. Сказка, что ты делаешь? Ну, асимметрия. Сколько клатчей уже вытащила эта девчонка? Я просто не представляю, но это... какая-то уже магия, мне кажется, здесь черная. Чем накормили эту деваху, не знаю, но это очень жестко. Это очень жестко, надо с этим что-то делать вообще. Надо как-то ее контрить, но сегодня асимметрия просто прется. У нее нереально все летит. Ну и аркада уже в, возможно, последнем раунде от медов у нас имеется. Прооркадили здесь лонг, от злой неплохой минус. Злая даблкил находит, также минус от хотелки. Выход на четверку имеется. Ну как, в спину-то не забрали. Хотелка находит даблкил, и Маша что ли остается одна против пятерых, ликвидируя здесь асимметрию при аркаде инсайда. Но, тем не менее, здесь есть Несса. И у Нессы проблемы могут возникнуть. Да, вот она, еще одна пачка от Маши. Одна в три. Ну что, давай, Маша, замахнемся на эйс. Но нет, там уже и Мелани за спиной, и хотелка. И это все-таки 10-2. Вторая карта заканчивается в пользу команды Madhouse. 2-0 по картам. Поздравляем медов с очередными 3 очками. Ну и давайте подводить итоги по ставкам. 10-2 на медов. И будем отправляться на музыкальную паузу. Так. 10-10-10-2.
Данилонов, 10-2 на Медов. Напиши мне в личку, я выдам тебе твой подарочный код и про скрин учетной записи. Не забудь. Ну и, дорогие друзья, я отправляюсь на музыкальную паузу. Надеюсь, то, что во втором матче Герман ко мне уже присоединится. Напоминаем, для тех, кто забыл и тех, кто пропустил, второй матч — это Toxic Harpies против команды The Train. Готовьтесь, там должно быть жарко.